Всем приветики, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня повзрываем здесь вот такую коробку пиротехники. Смотрите, сколько всего принес. Будет очень интересный, насыщенный ролик, так что присаживайтесь поудобнее, будем начинать. Так, повзрываем каких-то петард. Сейчас попробую установить камеру повыше. Хоть как-то, чтобы она была выше. Во. Так. Вот, и думаю, взрывы будут классные. Так, буду брать все петарды в руку и будем взрывать все подряд, чтобы видос был насыщенный взрывами, так как вам нравится. Так, первое, что вижу здесь, вот такую мышу Grand Mouse 1. Крекен Бог. АЦФ-47. Жестко лупануло. Так. Берем дальше. Пулеметная лента. По крайней мере, все видно. Так, выберем дальше. Что тут у нас? Граната есть. Есть такое. Так, давайте где-нибудь установим вот такую гранатку. Во. В принципе, ребят, я уже говорил, можно взорвать в воде. Здесь недалеко есть водоемчик. Давайте выберем каких-то классных петард, еще повзрывать там. Так, возьму такую, такую розочку можно протестить. Что еще классно взрывается в воде? Давайте вот это взорвем. Хотел прошлое видео взорвать в воде, но что-то не знаю. Передумал, а теперь опять что-то захотел. Так что давайте сходим туда и попробуем взорвать такие мощные петарды. Во. В воде будет просто классно. А дальше продолжим еще взрывать на суше. Так, начнем сразу с гранатки. Вот здесь мы взрывали в прошлый раз. Понравилось. Так что давайте в этот раз тоже рванем. Так, как чеку взять? Возьму на палец, одену, короче, и вырву при вас. Блин. Просто просрал, короче, гранату. Ну, будем знать, что они здесь не взрываются. Тогда взорвем что-то мощное. Вот, FP3. Жалко, капец. Но это эксперимент, ребят. Ух ты, шо, накрыло водой, блин. Сейчас всю камеру протру. Вот это, блин, конечно, да. И заглушило, и искупался, жесть. Ну давайте взорвем еще одну большую, мощную. Пока у меня есть Горилла Бомб. Так, думаю, в воде они взрываются лучше, чем на суше. Пошла на дно, давай, детка.
Ого. Классно. Теперь взорвем Crazy Robots. Он тоже вроде бы идет на дно. Ну, посмотрим. Да, пошел на дно. Есть. Жаль, ребят, здесь у меня не сильно много петард, которые взрываются классно на воде, но, ребят, ради вас такое двойное видео. Блин, опять залепало. Пришлось сходить и повзрывать здесь еще, чтобы вам было интересно. Так, Супер Бенджер. Давайте его поближе. Вот сюда. Просто камыши вырвало. Так, что еще есть? Розочка. Если захотите, ребят, взрывы чисто в воде, пишите. Для вас обязательно приду, повзрываем здесь что-то классное. Так, еще есть Crazy Man. Не знаю, взрывается он в воде или тонет. Давайте его на всякий случай под берег. Да, все, просрал. Короче, идем дальше взрывать на суше. Есть у нас еще петарды, которые ждут своего часа. Это у нас вот такие Корсары 2 от фирмы Максим Монстр. Давайте их здесь и побахаем. Короче, берем все. Не будем мелочиться. Так. Попробуем вот так их. Первые 4. Здесь мы взрывали когда-то яму большую сделали. Вот, было интересно. Так что посмотрите, какие петарды здесь были. Супер мощные, какую яму пробили. Такс. Так, по кругу. Отлично. Давайте что-то еще возьмем мощное. Есть у нас Корсар 8. Пиратка. Пиратка. Таких мышей давайте запустим несколько. Ничего себе, одна вообще улетела куда-то. Жестко, одна вроде не сработала вон. А нет, что-то там горит. Сейчас полетит. Есть. Установим эти малыхи здесь. Бахнем здесь Корсар 8. О, заглушка чуть не убила. Специально смотрел, куда она упадет. Вот. Вот такие взрывы. Так. Давайте что еще напоследок забахаем. Сразу треугольников. Блин, фитиль выпал. Давайте 3 треугольника сразу. Так. Так.
Поехали. Ты что, мощно? Мощно шибануло. В общем, ребят, напоследочек остались вот такие петарды. Не знаю, что с ними сделать. Взрывать еще видео с ними или нет. Точнее, снимать или нет. В общем, напишите, что вы хотите, чтобы я с ними сделал. Обязательно приду, поснимаю что-то для вас интересного такого. Посмотрите классные взрывы. Но я думаю еще один ролик снять. Все-таки хочется вот эту гранату взорвать, раз я ее сюда принес. Протестим ее в следующем видео. Позрываем еще треугольников связками. Будет интересно. Пишите, предлагайте, какие видео еще хотите видеть на канале. Смотрите, вот еще здесь пиротехника есть. Пишите, как ее взрывать, чтобы было не скучно. В общем, предлагайте, я для вас буду что-то делать. Всем спасибо за просмотр, ребят. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на второй канал. Ссылка на него будет здесь, также внизу в описании. На втором канале выходят также достойные видео с петардами, как и здесь. Очень интересные, насыщенные и веселые. Заходите, смотрите, предлагайте, как что взрывать, какие петарды покупать. Я для вас буду тестить. Всем спасибо за просмотр. Еще раз пока-пока, до новых встреч. С вас лайки, с меня новое видео, продолжение. Пока-пока, до новых встреч.